дыхание на правую руку, а на левую руку написано каток и пальма. Вдоль этих пальм идете прямо до того самого здания небольшого, где кофе продают, оно будет светиться. И вы уже на стоянке. В общем-то, потеряться сложно. Ну, лучше бывает. 5 минут идти, даю вам 15 минут. Так что я надеюсь, Олимпийский парк. Мы приехали всей семьей. Хочу показать вам трассу Формулы-1. Здесь она хорошо просматривается. Дело в том, что в том же самом году, в 2014, мы проводили соревнования по Формуле-1. Изначально, в общем-то, договор был подписан. Показать детям это чудо рукотворное. Уже подписали более это есть трибуны Формулы-1. Также есть зона свободна. Красотища. Тут видно? Ребята. Солнышко заходит, сейчас уже не будет съемки. Что-то мы на фотосессию тоже поздно поедем, мне кажется. Не лезь ко мне. Так, оператору никто не лезет. Это тоже мост напротив, по которому смотри. Вы шли. Вот там находятся квадраты, вот такие светящиеся. Вот это туалет. Все видят, вот мост напротив, вот эти квадраты. Ну, сейчас будем на самолете кататься. Там же рядышком можно купить бургеры различного типа. Два здания, которые красные. Ты будешь на самолете летать? На самолете будешь на том кататься? Будет ли блинчик? Фонтан находится в центре площади. Как вы могли подумать, а некоторые даже и не подумали. И, собственно говоря, фонтан находится перед вами. Ну, неплохо так-то, неплохо, ребята. Подожди, тебе надо вымыть руки. Очень неплохо. Впечатляет. Монументальное сооружение. То есть вы должны стоять, а перед вами вот так вот. Стоять, 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 стоять. Почему-то я из столовой видела. Мы гуляем по Олимпийской площади. Это Олимпийская площадь, вы так назвали? Блин, я даже вот. Ну, ребята, ну металл и стекло, ну, не впечатляет шибко так. Ну, ради интереса можно посмотреть. Правда? Нам, конечно, хотелось больше вон туда, вот это Диснейленд. Но нас туда не повезли, к сожалению. Видите? Вот, Ярик согласен со мной, да, Ярик? Ярик согласен. Нам лучше туда было, в Диснейленд. Видишь, Диснейленд. Я тоже хочу покататься. Ну нельзя камера, ты что, это же не игрушка. Поехали сейчас покатаемся на этом. Поехали, попросим маму. Вот на таком, давай покатаемся. А где? У нас нету. Сейчас попросим, давай. Пойдем. Вот на таком. Поехали. Пойдем покатаемся. Не, у меня, ты спроси у мамы. Мама, мы хотим покататься с дедушкой. Иди спроси. Спроси. Мама,
Почему? Подожди, не мешай мне. Не хочет мама? Да. А почему? Мама, можем? Скажи, передай моей маме Фа. А не откурилась. Передай нашей маме Фа. Курилась. Да? Да. Короче, пошли кататься. Пошли кататься. Все. Пойдем. Это какая-то лохнесское чудовище прямо вообще. Вы что, ребята? Вы представляете? Мне кажется, друзья, что к этому лохнесскому чудовищу, которое называется «Поющий фонтан», предложил руку знаменитый скульптор Церетели, Зураб. Это его такой стиль монументальный, пугающий. Представляете, как это все страшно и ужасно? Ваше мнение об этом зрелище? Да пока непонятно вообще ничего. Да, почему здесь так много людей? Я независимый социолог, я провожу опросы. Да. Уже мама нам уже высказала свое отношение к этому. Я не знаю. Мне бы вот лучше за Сочи парка бы сходила, посмотрела. Да. Чисто там на огни, как он светится в ночи. Хорошо, наверное. Кататься, я бы на чем-то, наверное, скаталась. Вообще там страшные горки. Там, говорят, практически американские, говорят. Аналог. Я не понимаю, почему-то все так это место рекламируют, говорят, как тут классно. А чего классно? На велике я в Новомихайловке покатаюсь. Аналогично. Это правда. А мне кажется, здесь местные катаются, нет? Я не знаю, ну, может быть, местные сюда приезжают покататься. Да. А зачем? Ну, здесь хорошая площадь. Вот что хороший вот асфальт? На асфальте. Как у нас в Барнауле, ну, такие же места есть, где собираются. По лесу, мне кажется, интереснее кататься. Ну, конечно. А как это, как бы, ну вот они стоят, эти объекты. Ну, посмотрим на шоу фонтанов. Может, посмотрим. Мы вообще как бы на него ехали. Ну да, ну посмотрим. Поэтому же не на металл ехали смотреть. Действительно. Вот наша компания, видите, какая? Она заскучала. Компания явно заскучала, да? Да. Здравствуйте.
Сейчас пустим телефон, бери, потом зайдем. Ну, бывает, бывает. Иди сюда. Упал. Ярик. Я вот тебя за руку вела. Адам. Очень даже неплохо. Ребята. Магия иллюзий. Боня, на фоне он твоей красоты. Я там и робот. Там робот, да, видел, робот видел, видел. Смотри, какая красота. Сказочный. Посмотри, замок какой. Замок. Это что, гостиница такая? Вот такой замок красивый. Липуня, а я тебя хочу сфотографировать на фоне этого замка. Ты не против? Сейчас. Добро пожаловать в детство, в мир самых ярких и приятных воспоминаний. Пошли на фонтан. Вон какая лунища, господа. А ты мне что, что тебе не нравится? Мне нравится. О, какая красота. И я на фоне этой красоты. Все, пошли. Ну что, не пойдем тогда? Фонтан начнутся через 4 минуты. 4 минуты. Уважаемые гости Олимпийского парка, музей Back in USSR приглашает в гости. Целых 3 музея по цене одного. Музей советского детства, игровых автоматов и ретро-мототехники. Все лучшее за 70 лет. Более 10 тысяч экспонатов, а также кинозал, театр и музыки.